Друзья, всем привет! Сегодня новое видео у меня на канале. Расскажу и покажу о том, как связать три и больше тройника на одном поводке. Тройники подбираете по своему размеру. Точно так же можно использовать либо леску, либо шнур. В общем, поехали. Для начала нам надо надеть все тройники на шнурок. Потом начинаем все с крайнего тройника. Делаем 3 петельки. И вот как я завожу, надо заводить ниточку вокруг крючка. И заводим ее в петельку. И затягиваем. Этот узел удавка. Получается, чем сильнее тянет рыба, тем сильнее он будет затягиваться. Лишнее отрезаем. Так, один крючок у нас готов. Тут вы отмеряете свой размер, какое вам надо расстояние от тройника до тройника. Обычно это делается сантиметров 50. Ну, хотя кому как надо. Можно и меньше делать расстояние. Я делаю расстояние меньше, чтобы тройнички мои влезали в кадр. Делаем петлю вот так, как я сделал. И вокруг крючка 3 раза оборачиваем. И протягиваем уже наш тройник. Первый. И потихонечку все затягиваем. Все есть. Остался у нас третий крючок. Накрутили. И теперь по очереди с первого тройника все надо сюда продеть, просунуть. Первый тройник, второй тройник и затянули. Все, наши тройнички прицеплены, как вы видите, они ровненько все крепятся на одном поводке. Ребята, кому понравилось видео, ставьте лайк, не стесняемся, подписываемся на мой канал. До новых встреч!